Сработает, и вы придете к результату. Но не забывайте о том, что должно запомниться, что, как говорят психологи, должен быть маркер, который будет ярким пятном, и с течением времени вспомнится именно это яркое пятно. Хотя результат в этом времени будет. А вот дело в том, что получается у нас с коллегой мысли, наверное, расходятся, потому что я тянула руку и тоже хотела сказать именно об этом. А эффект действительно красивый, запоминающийся. И здесь было сказано, что мы должны учитывать возрастную категорию. Вы знаете, я с вами не соглашусь, потому что даже в 10 классе, в 11 классе можно использовать какой-то определенный эффект на уроке, пусть он будет несколько секунд, и действительно ребенок сначала вспомнит этот эффект, и с чем он связан, этот эффект, и в дальнейшем уже будет воспроизведена эта информация. Даже, может быть, этот эффект поможет ему при выполнении заданий на том же самом ЕГЭ. Еще раз, нет эффективности той или иной технологии, потому... Ну, я думаю, что они сами должны быть в совокупности. А где нам взять эту технологию? Потому что каждая технология работает на результат. Потому что не знаешь до конца, что хранит в себе технология. Потому что учитель может применить эти технологии в своей работе. Ну, вы понимаете, как и себя. Нет желания. Потому что у педагога нет достаточного знания об этой технологии. Понять, что у этого учителя практически не отработана эта технология. Да, то есть он до конца не продумал, как ее применить. Это же влияет предмет. То есть он выбрал какую-то технологию, но при этом после науки что не применит. Потому что нужно воспитать себя прежде всего учителя, развить его, научиться видеть окружающий мир, и только потом применять. Потому что нет цели глобальной. Потому что учитель сам должен гореть и видеть, и знать эту технологию изнутри. И отсутствует, наверное, личностное ориентирование на подходе. Ну и плюс, наверное, должна быть определенная мотивация. Если нет мотивации, то, естественно, как бы реализовать тот или иной подход. Если мотивация начинает петь фальцетом, это неожидаемый результат. То есть это определенные рамки, в которых обязан работать учитель, чтобы опять-таки научить ученика. Инструкция – это так, определенный, да, скелет, от которого мы изначально отходим. Но чтобы творить, мы должны немножко выходить когда-то и за рамки. Я хочу сказать словами из «Карнавальной ночи», там главный герой. Нужно, чтобы песня одновременно вела, но и не уводила. Поэтому инструкция нужна нам для того, чтобы мы в своем творчестве уж слишком не... Я считаю, что план, инструкция, да, всегда должен быть. А уже в этот план мы можем принести свое творчество. И без плана нас может увести не ту сторону, и в итоге мы не достигнем цели. Я хочу сказать, что инструкция, любому, возьмем любую вещь, необходима инструкция, иначе она не будет работать, как нам нужно достигать цели. Поэтому инструкция, она позволяет, направляет нас в нужное русло, и, соответственно, уже тут можно свое творчество подключать, и на штраф не ограничить. Технологии должно быть отведено определенное время. Если современными образовательными интерактивными технологиями пользоваться на каждом уроке, перенасыщать урок этими технологиями, понимаете, все кормить каждый день пирожными, послезавтра эти пирожные будут не актуальны. Поэтому каждой технологии время. И тогда нам будет... Выбрать кого-то лучшего, да? Все лучше. Кто сегодня участник, кто подготавливал этот конкурс, это все уже победители, потому что участие в конкурсе «Учитель года» – это для системы образования одно из важнейших направлений, одно из сильнейших мероприятий, которое проходит в отрасли на уровне с ЕГЭ, с олимпиадами и остальными мероприятиями. Я вас всех поздравляю, вы уже победили.
Сейчас мы узнаем, кому еще несколько недель предстоит тяжело жить. Но для кого открывается серьезнейшая, очень серьезнейшая задача, это победить в краевом конкурсе. Мы просто так не ездим туда. Юлия Васильевна, учитель биологии школы номер 14. Лауреат муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани» в 2019 году. Ну а теперь все самое интересное. Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани» в 2019 году в номинации «Основной конкурс» с разницей в 0,2 балла становится Мирная Галина Александровна, учитель Кубанского района.